как вы относитесь к тому, что детям до 14 лет хотят запретить пользоваться социальными сетями? Ну, это не совсем, но надо ограничить, да, я не спорю. Ну, где-то в школе, где-то вечером родители должны контролировать. А полностью, я думаю, нет, нет, они уже без этого никак. Наверное, на самом деле очень хорошо, потому что в соцсетях нету, так скажем, ограничений по возрасту, и очень много лишнего контента они смотрят. Положительно. Почему, ваше мнение? Ну, слишком много свободы сейчас. Ребенок не может отличить хорошее от плохого на данном этапе. До 14 лет у него с этим проблемы. Вестись на провокации, отвечать на посторонние сайты, если хотите. То есть он себя до 14 лет не контролирует. Как относитесь к тому, что в России хотят запретить доступ к социальным сетям детям до 14 лет? Ваше мнение? Нормально. Все равно все будут заходить, как заходили, спокойно, я думаю. Ну, наверное, есть какие-то резоны, чтобы запретить. Детям есть по-хорошему-то есть чем заняться. Можно ходить в театр, можно заниматься в студиях, можно заниматься в спортивных секциях, можно танцевать и так далее. Читать книжки, в конце концов. Ну, можно развивать... Ну, что социальные сети? Там что-то они им дают для развития? Конечно, это, естественно, это беда всей России. Это дети сейчас просто... как зомби в этих телефонах, в социальных сетях. В какой-то степени это может быть и полезно, и хорошо. Надо ограничить, но не запретить.